За день до новогоднего торжества под Тверью произошла серьезная авария. Погиб 30-летний мужчина. Он находился за рулем автомашины «Пежоп». Машина двигалась по автодороге «Россия» со стороны поселка Эмаус в Тверь. В районе автозаправки «Пежо» на скорости въезжает во впереди идущий грейдер, который уже закончил чистить трассу и возвращался на базу. Я двигался в правом ряду, почувствовал удар сзади. Съехал с полосы, остановился, сразу туда прибежал, посмотреть, что с водителем. Он еще шевелился. Какая скорость у вас была? Где-то 35-40 километров. 35-40. К месту столкновения была вызвана скорая помощь, но она водителю «Пежо» уже не потребовалась. Мужчина скончался до приезда медиков. На месте аварии работали сотрудники МЧС, спасатели, экипажи ДПС. По словам очевидцев, «Пежо», двигаясь по трассе, не затормозил и на полном ходу врезался в грейдер. По одной из версий, причиной аварии стала невнимательность водителя легкового автомобиля. Из-за аварии на трассе М-10 в сторону Питера образовалась пробка. По предварительным данным, водитель автомобиля «Пежо» не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение. Вечером 31 декабря в деревне Григорово Краснохомского района был убит мужчина. По версии следствия, преступление совершил 43-летний мужчина. Находясь в подпитии в доме своего знакомого, из-за личных неприязненных отношений он взял топор и несколько раз ударил обухом топора в голову хозяина дома. От полученных травм потерпевший скончался. Его тело обнаружили родственники спустя несколько дней. Злоумышленник сразу после совершения преступления скрылся. Краснохомским межрайонным следственным отделом регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело. Благодаря слаженной работе следователей СК и оперативных сотрудников отдела полиции подозреваемый задержан. Назначен комплекс экспертиз, осмотрены вещественные доказательства, изъятые с места происшествия. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователям выполняется комплекс иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.